из интервью с Димой Кинжалом. Дим, в последнем матче чемпионата одержали победу. Пару слов о матче, за счет чего выиграли, во-первых? Выиграли, просто играть не получилось, тебе проиграть. Понятно, а что не получилось? Не так получилось проиграть. Я понял. А как оцениваешь выступление электровеника? Ну, мы заняли второе место. То есть это неплохо? С конца. Ну, да. Это, в принципе, нормально. В зимнем чемпионате будете ли участвовать? Если будете, какие будут цели? Цель будет занять первое место. Но с конца? Ну, это уже как получится, как пойдет. Я понял. Спасибо. Будем. Спасибо большое, Дим. Ну, удачи. Спасибо. Взаимно.